Спинтайрес версия 1.7.1. Карта Летний лес. Level Summer Forest. Ну, карта не является, как я думал, аналогом, полным аналогом весеннего леса. Тут изменено, очень похоже, конечно, рельеф. Но он изменен. Вот река, например, переехала на северо-восток. Озеро в центре оказалось. Ну, болотца какие-то есть. Это поселок вот здесь находится, в юго-восточном углу. Дороги все, конечно, расквашены. А машина вот такая, трактора все проверил. Кировец К-701. Сочлененный трактор, похожий на К-700, но за кабиной сделана как бы подвижная часть рамы. И он может изгибаться. В реальности скорость ограничена 25 км в час. А здесь, конечно, он никак не ломается. Иначе может переломать. Здесь ничего не ломается. Ну, кировцев-то, кстати, довольно много из тракторов. Все трактора я тестировал. В принципе, он должен вот этот трактор везде проехать. На тракторах практически не ездил, так надо будет поездить. Вот еще интересный момент. Мотоцикл Харлей со Шварценеггером и Honda вот из Терминатора. Неплохо ездит. Так вот надо будет проверять. Мотоциклов-то не так много. Ну, можно вообще будет тест всех мотоциклов для начала посмотреть. Их же там совсем мало. Так, вот такие кировцы. Красный цвет, белые кабины. Выглядит симпатично. Внутренность есть, но правда баранки кого-то тут сбоку. На месте пассажира. А вот, кстати, крутится. Так, ну вот такая карта. Какой-то тут пункт небольшой. Лесопилочка сразу на, ну, топливный какой-то склад. Лесопилочка. Так, так, так. За рекой еще две лесопилочки. Так. И здесь еще, вот я смотрю, две лесопилочки. То есть традиционно 5 лесопилок. Гаражик тут один закрытый вблизи озера. И лесной склад, юго-западный угол. В общем, 5 лесопилок, 1 лесной склад, 1 гараж. Вот, в принципе, такая карта. Что-то никак не открыть, какой мне нужен. Хотелось бы на первый сесть. Да фиг там сядешь на него. Ну ладно, заводим какой. Две выхлопных трубы. Ну, украшательств особых нет, но вот значок такой есть. Так-то завод Путиловский. Коммунярами переименован. Кстати, они и могилу Путилова уничтожили, а тело сожгли. Вот и вот как гнется у него сочленение. Полный привод, дифференциал всегда включен. Ну давай. Немного, правда, может неуклюжесть это будет, вот это сочленение. Ну, как получится. Освещение мощное. Ну, традиционные вот эти улучшенные хрущевки. Так. Ну, тут только гаражик. То есть, это топливные баки. Вон, я вижу. В принципе, ничего интересного нет. А, кстати, покрытие подвес пускать нельзя. Не. Традиционно Михалыч за рулем.
конечно, понятное дело, это вот эти баки. Только часть поселка показана, конечно. Вот тут освещен. Нет никакого сомнения, что большая часть поселка обрезана. Такой цвет типа рубинового. Конечно, чистотой наверняка он не отличается по выхлопам. Он трепьет уже там. Да, конечно, тут жилое все. Так, ну посмотрим еще, куда ехать. Да, асфальт тут быстро и закончится. Сейчас, пожалуй, поедем. Я даже не знаю, а где первая лесопилка? Хрен пойми, какая, какой назвать? Первая, вторая. А ну давай вначале вот эту, конечно, посетим. Тут традиционно тянутся карьеры. Старые, заброшенные. Так, где проезд к лесопилке? Вот здесь, что ли? Направо вроде. Там все, за границу карты. Шоссе пошло. Шоссе освещено. Там точка. Вот лесопилка номер один. Точку поедем сейчас откроем. Готово. Конечно, сочлененная машина не очень-то, конечно, уклюжа. Ну, в принципе, можно тоже поворачивать, надо просто поаккуратнее. Разведана лесопилка номер один. Вот это. Пять лесопилок. Тут, кстати, бродов полно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть бродов. Офигеть. Куда ехать, я думаю. Ну ладно, сейчас поедем на Розарику все-таки. Сейчас посмотрим, он вообще наверх вскарабкаться может. Ему будет проблематично. Буксует, зараза.
грибочки растут. Так, ну все равно выполз. Так, ну вот река. Вот сюда граница карты идет течением. Так что течение идет, получается, с севера на восток. Вот сюда идет течение, граница. Ну сейчас что, начнем эти дороги все изучать, которые тут есть. Две лесопилки посидим. Каши пошли. Сейчас и поглядим, как он в кашах себя поведет. Так вроде едет, но слишком крутые горки, наверное, тяжеловато ему будет. Какие тут каши творятся, малыш. Вон там еще один брод. Там к этим заводям идет дорога. Ну сейчас, короче говоря, давай вот к этой лесопилке проедем. В некоторых моделях вентиляторы даже рабочий вроде как неподвижен. Плохо, что, конечно, давление нельзя уменьшать. О, какая заводь-то тут. Прямо по курсу. Как говорится, огромнейшая лужа. Надо ехать, лесопилка за ней. Выйдет, надеюсь. Есть и трехосные, в основном что-то трактора сочлененные. Есть и трехосный вариант кировца. Очень топкая лужа.
сожалению, такое впечатление, что колеса у него проскальзывают в наиболее таких заиленных местах. Да помогает дергать. Упор получше был. Что-то ему тут и не вылезти-то. Наверное, этому трактору еще лебедкой придется помогать в наиболее сложных местах. Где по суше, понятное дело, он едет. Там какая-то катавасия. Опять лужа. Тут вырубка явно тянется. Или заболоченное место. Сложновато ему, я смотрю, из грязи вылезать. Такое болото тянется. Вот здесь все одни болота тянутся. А где эта долбаная лесопилка? А вон все вижу. Какая тут топь-то офигенная. Так, тут и изба стоит. Ну вот открыта лесопилка номер 2. Вот, короче, тут очень опасная лужа. Фиг по ней просто так проедешь. Засохшие деревья как столбы стоят. Немного, конечно, он разочаровывает, потому что я без лебедки ему что-то хреновато. Ну, давай к следующей лесопилке проедем. Не хочет особо-то ехать, что-то прокручиваются у него колеса. Таким путем упорами можно ехать. Я по сушам.
сучьи особо ему не страшны. Так, холмы вон какой-то водоем. Скала какая-то. Так, вот водоем. А там уже и... Там еще грузовик стоит. Там уже и недалеко лесопилка. Поднимаемся обратно на дорогу. Ну, малозначительные дороги можно и не ездить особо. В принципе, все и так одинаково. Это думал, он намного круче будет, но что-то не особо. Явно прокручиваются колеса. Такая горка небольшая. Так, протоки. В принципе, тут можно было с протоки выехать. Ну, даже небольшой бугорок что-то не хочет брать. Надо помогать все время. Так, правильно едешь. Ну да, сейчас уж скоро лесопилка. Привод Тавру, блин? Вроде бы да. Тут здорово крутит в конце дорога. Ну, какие-то карьеры обходит. Множество старых карьеров. На этих картах двух. Так, все, лесопилка. Вот там и дом есть. Так, добрались. Ну, изба для работяг. Тут карьер пересохший. Не знаю, по реке он нормально пойдет или хреново. Сейчас посмотрим. Как деревня такая небольшая. Вон ГАЗ-66. Вот такая деревня. Подведен ток. Все тоже заболочено, как видим. Ну и по прямой. Как проехать? На камень он вскарабкался, в принципе. Вот по этой дороге. Это уже вдоль северной границы карты. Вон сколько тут грязи-то. Все в грязи. Я теперь, наверное, и не сплавиться-то ни хрена будет. Тогда как ехать?
так, что ли. И потом как-нибудь вот так вот проехать. Чтобы эти все дороги изучить. Чтоб все уже сейчас темнеет. Сплавляться надо днем. Старый карьер. Э! Ты что делаешь-то? Нужно я прокинуться. Все, надо врубать свет. Вот старый карьер, здесь он практически не затоплен. Аналогичен карьеру на весеннем лесе, но там он был затоплен. Озеро было, а здесь нет. О, какой яркий, зараза, свет. Свет слепящий. Да, особо таким быстроходом-то его не назовешь. Птицы еще летают. Поехали изучать дороги, которые на восточном берегу находятся. Он, у него недостаток, что он в мягком грунте проскальзывать начинает. Так, все, брод. Река, как видим, не очень большая. Тут совсем небольшая. Ну, речка такая, но небольшая. Все, доехали до сюда. Ну что, переедем, да вот сюда сейчас свернем к островкам. Там еще бы точку надо бы открыть. Сейчас посмотрим. Да, короче говоря, сейчас будем возвращаться к следующему броду. Там он совсем где-то рядом. Дороги, к счастью, по большей части подсохшие. Хотя грязь-то все равно есть. Вот перекресток дорог. Сейчас налево к броду. Тут затопленный опять карьер. Что-то зверски тут рыли. Да, все, возвращаемся к броду. Тут еще дорога отвернула. Тут островки. Сейчас переедем и попробуем к точке как-то проникнуть. Уж я не знаю, можно ли к ней. Или лучше прямо, когда сплав будет, по реке как-нибудь добраться. Ну ладно, даже не знаю. Надо вот сейчас будет вот сюда и вот так вот проехаться.
Сейчас куда? Давай смотреть. Ну, по прямой к лесопилке, потом поворачиваем направо. Вот я вижу свет, это лесопилка. Это вторая лесопилка. Три лесопилки уже разведаны. Сейчас опять дурацкую лужу тут придется проезжать. Ну, если будет вязнуть, не тратить время, можно помогать лебедками. Тут что-то очень топко. Давай поможем, если он такой слабосочный оказался, досочный. Так грязь охрененная. Нет, наверное, светящихся цветов. Что-то он в этих лужах просто вязнет. В 16-й версии там грязь слабенькая, поэтому они все без проблем там едут. А здесь намного дела обстоит в 17-й. Круче грязь, намного круче. Задницы надо крутить, так он так выползает. Так, вон это гадская лужа. Ну, чтоб не тратить время, что тратить на эту лужу время? Давай. Куда-нибудь подцепимся. Надо обязательно делать так, чтобы мотор помогал. Зараза вязнет и все тут. Там, правда, грязь ядренейшая. Так, ну-ка назад, назад. Покатил назад. Так, где мы сейчас? Вот сейчас направо от ворот.
Посмотрим эти два брода. А потом что, назад возвращаемся? Да потом, может, по реке сплавиться. Ну да. Ну и же потом поедем к лесопилкам, к этим. Тут какой-то пункт населенный. Еще лесной склад надо будет посетить. Озеро. Так, ну вот, свернули. Тут какая-то заводь будет сейчас. Смотреть, куда ехать. По заводе. Там точка где-то рядом. Ну давай, по прямой по заводе. Грибы, похоже, много где здесь растут. Места грибные, как говорится. Надеюсь, я тут не утону. Ну, так, двигаемся. Ни хрена не видно, темнота. А где точка-то, кстати, кого-то контрольная? Где-то недалече, наверное. Броду-то надо отворачивать, а точка где? Чё, давай не сюда, тут что-то как-то непонятно. Пошел ливень. Как глубоко, зараза. А вон точку вижу, засек. Сейчас ее надо открыть. Тут она совсем рядом. Ой, ну стоп. Он, кстати, сзади свет мощный при заднем ходе включается. Главное, не опрокидывай. Ну, внутри, наверное, никаких приборов нет рабочих. Все, брод совсем рядом. Ну, в принципе, работает, но в некоторых местах надо все-таки помогать. Ну вот, брод. Броды тут рядом. Там и лесопилка совсем недалече. А, кстати, ты не на брод ведь поехал.
Или тут тоже, бро, тут что-то какая-то дорога не раскатанная. Тоже как на брод напоминающий. А, все уже, кстати, рассвело. Тут дорог так-то много. Брошенные есть дороги. Вот брод, который я стремился проехать. Бродов много, короче. Вот пошел дождь. Так, давай смотреть. Рядом два брода. Ну, какие-то озерца там есть. Сейчас, короче, надо вот на дорогу вернуться. Ну куда? Вот сейчас ты зря так. Как вот теперь отсюда выбраться? Помогать, наверное, надо. Сейчас, сейчас. Не забываем, что у него задница неустойчивая, поэтому надо аккуратнее. Ему на такое не подняться. Давай поможем. Короче, вот этот брод проехали. Сейчас возвращаемся на дорогу. На восточную. Полно грибов. Местами хреново ему ехать. На самом деле этот трактор не особо-то классный. Он как тягач хорош. А так он рвет грунт, как сельхоз. Он вообще не пригоден. Проваливается, рвет грунт. Давай, двигаемся. Так, все, мы на дороге. Добро пожаловать в царствие грязи. Тут мелкие дороги намного
суше, чем вот такие огромные, кажется, они лучше, да, прямо. Это как раз такие раскатанные. По самую не могу, как говорится. Вес передний, хотя и большой, но вроде особо не цепляет. Вот эта долбаная лужа. Там болото образовалось. Раскатали такую яму, что там стало болото. Ну, вроде все, я больше сюда возвращаться уже не должен. Пришлось трижды ее проехать. Так, тут совсем хреново в этом месте. Сейчас будем вытягивать. Если за раз не успеть, так можем потом пытаться доделывать. Тоже болото. Тут болото-то, я смотрю, еще более ядреное, чем на весеннем лесе. Много топких мест. К счастью, цепануть можно не без проблем. Так, все, проезжаем лесопилку номер 2. Где по суше место, так он, конечно, сразу скорость начинает набирать. На жидких вот колеса скользят. Цепи, конечно, надо было одеть. Цепи же далеко не на каждой модели есть. Плюс... камни вот вроде легко переезжают. А так, одно название, что дорога просто раскатанная по лесу. Все. Раскатыш такой. Ни хрена тут дорог как таковых нет. На
иногда можно задницей так помогать, но не всегда это помогает. Потому что очень грязно. Так, в правильном направлении. Ну да, сейчас уж все туда приедем. Это, конечно, сложнейшая. Посложнее даже, похоже, весеннего леса. Тут что-то жижа везде стоит. Так, все, лесопилка. Ну, теперь по прямой поедем к броду. Даже в такой луже, зараза, норовит завязнуть. Туда отворачивал сейчас, налево, а сейчас я по прямой поеду. Каша, зараза. Так, к сожалению, супер-пупером его не назовешь, к сожалению. Так, едет, конечно, но... Лебедку часто приходится применять. Он уже все, там река рядом. Порой лужи не советую объезжать, еще хуже становится. Все, брод. Брод. Так, что-то самый верхний брод. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как минимум шесть бродов. Хотя их может и больше быть. Потому что там не раскатано еще и дороги. Ну что, сейчас сплавляемся по реке тогда, сюда. С этим берегом восточным покончено. Не знаю, сможет он сплавиться-то еще, надо смотреть.
что-то глубоко, я смотрю. Яму напоролся на яму, зараза. Да, тут река, похоже, довольно-таки непростая. Так в целом ехать можно, но вот можно в яме утонуть. Михалыч, ну попозируй немного, Михалыч. Это брод проехали. Островки вон там болотистые. Так, ну давай на островок. Ну тоже такой кадр. Так, докуда доехали? Еще пока не очень близко, не очень далеко продвинулись, точнее. Не надо далеко от берега отъезжать, мало ли утонешь. Какая тут стремнина-то охрененная. Между двух валунов. Поэтому быстрый очень поток. Два камня промыто. Так, еще какой-то брод. Тут вроде не глубоко пока. Яма пока в одном только месте была.
утонуть, конечно, вполне реально. Ой. Что-то затопило его. Сейчас, наверное, заведется. Как он тут глубоко, зараза, тонул-то. Тут воды, похоже, больше в реке гораздо. Колеса хоть и огромные, но что-то все равно тонет. Да, приключения целые. Речное путешествие. Травки какие-то тут. На протоке, как видим, воды намного меньше. Так, где находимся? Ну все уж, в принципе, и конец. Все, в общем, по реке практически удалось сплавиться. Так, все, сплав по реке успешно завершен. Вот мы уже на шоссе. Чумазый он довольно. Так, ну что, поехали теперь к этому озерцу. Вот эту лесопилку сейчас откроем. Тут, зараза, как точку открыть, непонятно. Ну и потом, наверное, как-нибудь сюда поедем. Вот потом в итоге сюда доберемся. И потом по этой дороге уже. Река вон тут совсем недалече. Пока относительно сухо, но непонятно, что дальше будет. Уже какая-то пошла ложбина. Тоже все, наверное, срытые какие-то бывшие карьеры. Перевернутая местность, короче.
Так, болото потянулось. Это где такое? Заболочено все. Ну тоже, это тоже болото. Короче. Там есть какая-то у озера дорога, ну. Сейчас пока едем сюда. В общем, болото тянется. Настоящее болото, лес вот засыхает местами. Там вон бревна торчат, надо поаккуратнее. Можно бревно сломать для спуска. Так, куда мы прибыли? Это перепутье. Там тупиковая, похоже, дорога к точке. Ну давай съездим. Здорово долбает. Вот все, уже точка рядом. Там она на ту южную дорогу, наверное, выходит. Зараза, буерак возьмет или нет? Да хрен там. Так, взял. Все равно, короче, надо лебедку применять. Без лебедки хреново. По реке вот нормально сплавился, но в двух местах утонул. Там вон опять какая-то лужа. Все заболочено, короче. Вон настоящее болото тянется. Так, где это мы сейчас? А, все, уже достигли этого болота. Вот там точку бы надо открыть. А вот она прямо по курсу. Тут тоже главное не утонуть бы. На болотах. В заводе не стоит лазить, там может быть очень большая глубина. Так, ну и куда теперь? Вот на эту дорогу надо. Где она там, зараза? Я не вижу пока ее. Вот здесь, что ли? Похоже, здесь, да. Так, все, болото это следовало.
Так, это и есть лесопилка, похоже. Ага, ага. Вот, лесопилка. Лесопилка. Так, ну сейчас нам надо нам по-любому ехать вот сюда, короче. Ну и опять карьер тянется. Так, подожди, подожди, это уже брод. Да стоп, стоп, стоп. На брод-то зачем? Давай вот сюда. И вот по этой дороге. Давай назад. Да зачем мне брод? Так уже все изучено. Река себе бровку такую намыла, бортик. Наверное, отложений много раз. Так, на брод не надо, по прямой к этой дороге, тут совсем рядом. Фары слепящие зараз. Так, ну вот, все правильно, теперь по прямой, по прямой. Вот на эту дорогу, не знаю, как точку эту долбаную открывать. А тут к лесопилке тоже идет дорога. Тут совсем рядом лесопилка. Тут сухая, хорошая дорога. Так, вот брод с островками. Разумеется, нам налево. Сейчас уже от реки будем отъезжать. До дороги западного берега. Да блин, ну куда? Какой-то затопленная заводь. Заводь. Ну до этой точки вообще хрен знает куда. Там поселок будет с гаражом. Это вот какой-то поселок. И там еще две лесопилки получается. Третья изучена. А подожди, нет, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, все-таки лесопилок шесть. Куда ехать? Тут еще дорога пошла. Ну, это к болоту, короче. Нет, по прямой. Надо по прямой. На болоте уже были там что делать. Особо нечего. На каком огромном я расстоянии виден. Вот тут какие-то домики торчат.
Вон точка-то. Правильно я поехал же. Ну да, да. Вон, я уже вижу их. Сейчас надо как-то бы добраться до них. Вот, все, все. А нет, еще не доехал. Да блин. Шановато. Все, открыто. Надо отсюда уезжать теперь. В принципе, лес редкий, так можно добраться. Давай туда. Где, зараза, дорога-то? Не туда едешь. Так, подожди. Правее надо. Там и не выехать-то ни хрена. Да подожди, ты сейчас опрокинешь. Вот я уже дорогу вижу. Все, выбрались на дорогу, все нормально. Точку я изучил, короче. Ну теперь надо ехать в этот поселок, деревню или поселок. Скорее всего, деревня все-таки. Или село. Мы сейчас увидим. Сейчас направо. Михалыча там долбает. Так, столбы появились, деревня рядом. Так, ну к гаражу надо вот сюда прокатиться. А потом что, надо вот к этой лесопилке ехать. Вон там торчат домики. Там они освещены. Что-то так грязно так. Деревня такая или село. Вот все, я вижу гараж. Все очень грязно традиционно. Разумеется, гараж закрыт. Так, и по прямой поедем к этой лесопилке пятой.
Там останется еще последняя лесопилка. Когда расцветет, надо бы уже... Вон эта деревня. Такие ветхие дома традиционные. Надо бы у озера уже оказаться где-то. Бараков тут особых нет никаких. Так что вот деревня. Ну давай поехали дальше. Деревня предельно убогая. Живут вроде. Свет есть. Что-то такие каши-малаши, что задолбаешься. Так. Ну, к точке теперь надо ехать. Окно в виде ромба, интересно, сделано. Это дефолтные избушки они. Стандартной версии подаются. Все тоже затоплено здорово. Бревно в сторону сдвинуть удалось. Тут дорога, я смотрю, вся затоплена. Ну и куда мы? Ну тут сейчас, да, надо правее. Тут они нараскатывали, потому что ехать практически нереально, все затапливает. Надо болотоходы мощные брать. Так, куда? Прямой. Лесопилка где-то совсем рядом. Все, я ее набижу. На лесопилках горят прожектора, так поэтому хорошо видно. На гаражах тоже, как правило. Но иногда, правда, могут пункты эти сделать вообще не пойми где, и там он изба. Разглядеть сложно. Так, все. Пятая лесопилка изучена. Ну что теперь? Проедем к реке. Повернем и потом вот сюда, к этой точке проедем. Да вот надо прорываться к последней лесопилке. Желательно вот уже все светает, кстати. Желательно как можно скорее к озеру пробиться. По суше пошло немного. Опять карьер.
тоже все очень затоплено. Скалы вон местами попадаются. Грибов много везде. Ну вон уже все, брод. Сейчас поворачиваем, едем обратно. Совсем грязно, не выехать ему даже. Да помочь что-то не выехать. По раскатанной дороге совсем что-то хреново ехать. Проблематично вылазит. Вроде вылез. Какой зараза тут-то подъем. Ну вроде вылезет. Где сука нормально едет. Так, пятая лесопилка. Все, пятая лесопилка. Так, чуть куда теперь? Вот сюда надо ехать сейчас, направо. Сейчас надо смотреть, чтобы мимо не проскочить. Очень жижисто, зараза, тут все заболочено. Колеи-то какие охрененные. Вот сейчас направо.
Он точка уже рядом. Так, сходу взяли. Стоп, стоп, стоп. Это мы где? Ну, продвигаемся к лесопилке последней. Так, какой-то мост через канаву. Так, это где? Так, не вижу. Вот здесь. Ну все, уж совсем рядом. Главное, не опрокиньте. Что вот бревна-то прогибаются. Уже все, лесопилка в двух шагах. Катавасии какие тут опять. Вот там сарай. Ну все, уже все, лесопилка. Все, последняя лесопилка, шестая вскрыта. Сейчас на эту дорогу становимся. Можно еще заскочить в поселок, а так поедем вот сюда. Как-то к озеру бы надо где-то бы пробиться. И в конечная цель лесной склад. А потом тупо просто вернуться. Сейчас надо в любом случае к озеру будет еще пробиться где-нибудь. Вон там, там крас стоит. Похоже. Очень опасная лужа, зараза. Выберется он, сейчас посмотрим. Там заводь. Не, выбрался. Где сухо едет? Где вот грязно, нифига уже не хочет. Вот офигенно раскатанная дорога. Какие тут ужасные места. Вот надо полагать перепути. Это наиболее страшные дороги, которые широкими отмечены на карте. Потому что они все раскатанные. Такой ужас сложно назвать дорогой. Ну давай быстро до деревни доедем. Потом поедем вот сюда направо. До деревни два шага. Сейчас поворот сделаем, да, назад пойдем. Пробиться к этой деревне непросто.
очень жижестым. Ну вот деревня. Вот моя деревня, как говорится. Сейчас налево поедем вдоль северной границы. Или западной. Западной, наверное. Нет, вдоль западной. По раскатанному грунту еще хуже, смотрю, ехать. Вот сюда сейчас, налево. Тут вроде как по суше, к счастью. Значительно суше, я смотрю. Пока что вроде нормально. Ну, лесопилки все разведаны. Лесной склад один остался. А к этой точке как проехать? Тут какая-то сторожка стоит. Сторожка вон. Кордон или сторожка. Вон точку-то я вижу. Ой, брось. Все, точку разведал. Убираемся нафиг отсюда, тут какой-то опять карьер. А забор не ломается, просто нагибается. Так, ну тут дорога, как видим, суша. Надо вон сейчас искать дорогу к озеру. Вообще она есть тут. Вот, вот это есть ответвление. Давай потому и поедем. Что тут по горбулям-то гонять? Дорога вроде хорошая. Больших проблем. Ну вот какой-то кордон, короче, из двух избушек. Есть такие, местность-то вся перекопанная, так есть такие фрагменты, где сложно проехать.
Там, похоже, рядом озеро. Еще просветим. Все, одни сплошные карьеры, короче. Что-то все перерыли, козлы. Так, тут вот скала. Там низменность у рядом с озером тянется. Заболоченная наверняка. Ну там все, берег озера хорошо виден. Ну что, до дороги-то далеко. Ну вот уже сейчас будет рядом. Еще вот точка будет рядом со складом, и все. Тут, похоже, дорога сильнее раздолбана. На севере такой небольшой был участок, и было получше. Так, не это ли место? Да. На берег озера сейчас выйдем. Так, буераки. По буеракам. Так, ну вот и берег. Еще надо к точке пробиться. Где точка-то? Запятая. Так, налево. Обязательно посмотрим, чтобы правильно. А, все, вижу. Тут дороги как таковой нет. Ну ладно, точка-то рядом. Все разведано. Ну я не буду рисковать, наверное, куда-то ехать, потому что он, наверное, утонет, скорее всего. Озеро большое. Вот такой скрин. Постоим секунду у воды. Прозрачная вода, можно купаться. Берега тут не очень захламленные. Чавкает, все тут здорово. Сейчас все, поехали к лесному складу. Последний пункт, надо исследовать лесной склад, да возвращаться в поселок уже. В принципе, подъезд сухой, но горбатый. Прямо сюда.
как тут раскатали, офигеть. На 100 метров раскатано. Ну, короче, все, уже склад рядом. Тупо просто к нему едем, да и все. Ну, еще вдоль южной границы понадобится ехать. Вернуться. На складах обычно очень грязно, поэтому не знаю, что там будет твориться. Вон где-то совсем рядом, вот, наверное, это вырубка. Так, вот, похоже, здесь. Зараза, где ж точка-то находится, надо бы ее открыть. Ну вот сам склад, да. Там, я вижу, уже бутовки стоят. А, не знаю, заезжать, наверное, никакого смысла нет. Ну, просто вон штабеля валяют. Вот лесной склад, штабеля, бутовка. Я думаю, туда нет смысла никакого. Не давит. Сейчас, короче, надо искать точку, да, ехать по этой дороге обратно, да и все. Потому что грязновато тут. Ехать будет непросто. Точка, точка. Левее, зараза, эта точка находится. Где же она находится? Так, где ты же находишься, зараза? Ни хрена не пойму, где она находится. Граница карты. Не ясно, где эта точка-то. Паразиты спрятали основательно. Ладно, давай сейчас смотреть. Или она левее? Подожди, подожди. Или все-таки нет, правее. Почему левее? Сейчас посмотрим. Правильно заехал? Ну да, где-то по прямой. А вон, я нашел, нашел. Прорвешься туда? Зараза, дерево мешает. Давай вот сюда. Дерево мешает. Сука, не попасть. Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Там обрывисто еще будет. Ой. Ой-ой-ой. Ну, нормально, нормально. Чтоб, главное, не опрокинуться. Стоп, подожди. Никак не обнаружу. Вот сейчас уже рядом. Все. Все, все точки открыты. Теперь надо на дорогу опять вернуться. Там какая-то машина стоит, там что? Какая-то, наверное, как это сказать, сторожка. Уже как туда прорваться? Прорвемся между елок. Ну вон тут машина стоит. Красный завод. Сторожка, сторожка. Вот здесь сторожка.
Ну, в принципе, по прямой так и едь, да и все. Все, короче, возвращаемся в поселок и все, конец. Картейки. Летний лес, Summer Forest. Весенний Spring Forest. Тут Summer. Magic Summer Nights. Песня там. Так, на основную дорогу. Ну да, сейчас едем по прямой. Дождь, кстати, редко шел. Интересно, тут количество дождя задается или произвольно возникает? Наволочь же